понятие, какую пользу это мне принесет в будущем. Потом мне позвонили и сказали: чувак, а приедь, отыграй вот концерт, давай свой концертный номер. И вот, в общем, я сел и поехал в Днепропетровск. Вот, и отыграл там в одном клубе, я просто сыграл две песни. Вот, потом вышел, и мне ребята сказали: на тебе 300 гривен. Вот, я взял эти 300 гривен, и я понял, это деньги, и как бы... Мы надеемся, что никого из налоговой здесь нет среди. Вот, ну и, собственно, потом я решил, что нужно написать себе концертную программу полноценную, клубную. А ты прям музыкой-то мечтал хоть заниматься? Или да, я, собственно, и занимался ей, там, я играл во всяких проектах, которые мне на то время казались очень перспективными. Вот, ну, таких проектов миллионы в каждой репетиционной... На каждой репетиционной базе таких по 10, которые очень перспективные, вот, и в общем... И, ну, они только перспективные в рамках этой репетиционной базы. Вот, таким был я. Вот, а потом получилось... Я настроился, мне это теперь нравится. Вот, то, что я делаю, в общем, и я катаюсь. Как бы она уже называется, как эта группа? Или я сейчас просто вот, ну понимаете, мне как бы, мое имя мне нравится больше, настоящее, когда меня все дергали за руку и говорили: Валентин, Валя, вот и так далее. Ну, нет, хорошее имя на самом деле, но просто как бы мое, ну, так получилось, ну, привычнее, вот. И когда, ну, в общем, мне это надоело, я просто решил это переформатировать. Название останется точно такое же, просто Валентин Стрыкал, но это будет музыкальный коллектив с полным составом. Вот. Ну, как бы, знаете, как Ляпис Трубецкой, Франц Фердинанд. Вот это имя чего-то, вот это, так называется группа, поэтому вот в этом нет ничего страшного, все хорошо. Как вы, приехав в Москву, вы пообщались с Биланом и с Тимати? Когда они ответили на ваш? Нет. Нет? Странно. С Тимати я сфотографировался. Или он с вами? Нет, я с ним. Я с ним все-таки долго об этом говорили. Я говорю: извините, а можешь сам сфотографироваться? Да, подожди, сейчас. Ну и дальше мы своими делами, в конце концов. Вот только через пиар-менеджера. Ну не, мне, ну мне в принципе... Сначала пришлось фотографироваться с пиар-менеджером. Понятно? Так все-таки, а сам, собственно, интернет, этот персонаж, он будет еще виртуальный? Жить, продолжать, или все? А скрутился, и все? Ну, может, и будет. Я пока что не знаю. Он хороший такой, мне нравится. Вот. Путину, Медведеву можно обратиться. Бы... Да это уже все сделали милиционеры. Не только милиционеры. Многие к ним обращаются, вот музыкантов. Разве вот вы их за Юру Шевчук еще? Все музыканты по имени Юра. Да. Да. Значит, все-таки закончим, наверное, какими-то вашими, может быть, вы там что-нибудь споете, Юрий? Да, именно с этим я взял с собой гитару. Валя, спойте, ну что-нибудь. Какие направления вашей музыки-то будут? Когда вы настоящий музыкант. Такая интересная тема, сейчас я расскажу. Мне очень приятно. Я все время думал, что я занимаюсь черт знает чем, а вот журнал «Ваш досуг» сказал, что я авангард. Читайте журналы, друзья. Друзья, в общем, песня, как бы, извините, вот она та же самая, что во всех этих видео, что вот в этом видеоролике, который самый известный. Вот я бы вам спел много всего другого, но... Почему нам не хотите спеть что-нибудь другое? Это требование администрации. Да потом на улице выйдет. Я не знаю, как эту боль преодолеть, как заставить мое сердце вновь биться. Куда ушла любовь, так и не дав нам улететь, не удосужившись даже проститься. Далеко, далеко, в дальние, дальние страны. Далеко, далеко я уеду лечить свои раны. Ты, наверное, спросишь: мама, почему я так плачу в последнее время? Откуда женское белье в моем шкафу? Тебе придется поверить, придется поверить. Все решено.
решено. Мама, я гей, папа, я гей. Может, ты просто промолчать, может, ты злиться или беситься. Мне на это наплевать. И не важно, как уходить, если устал, если не с кем делить свои чувства. А разбитое сердечко не склеишь по частям, и любовь не заставишь вернуться. Далеко, далеко, в дальние-дальние страны. Далеко, далеко, я уеду лечить свои раны. Ты, наверное, спросишь, мама, отчего я перестал улыбаться? Зачем я повесил себе постер Джуда Ло? Мама, смирись и расслабься, смирись и расслабься. Все решено, мама, я гей, папа, я гей. Может, ты просто промолчать? Может, ты злиться или беситься? Ну, а я пошел гулять с Эликом, с Яриком, с Мариком из третьего подъезда, с Коленькой, с Васенькой, с Пятей, Гришей, папиным другом детства. Самое главное — это признание мамы, да? Мама может все что угодно простить. Понятно, из ваших песен. Мама это простила, ну, в смысле, музыкальную карьеру. Да, мы прекрасно понимаем, чего. Да, мама все простила, все клево. Мама, ну, слушает. О, вспомнили про нашу красную линию, заданную в самом начале разговора. Угодите еще, угодите ей внуков. Походите еще. Не, рановато, я погуляю. Походите погулять. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Вопросы? Долго еще народ? Все, заканчиваем. Юрий был последний. Татьяна, еще одна песня. Да? Давай. Давай. Нет, свеж. Пока я прячусь от армии, все. Под телекамерой.